Итак, уважаемые господа, почитал я комментарии под последним видео, и мне пишут, что я давно не видел русскую деревню, забыл, что это такое, что я вот обсуждаю Румынию, а тут, короче, такой бардак творится вообще, вообще в русских деревнях, вообще жить нельзя. Ну, сейчас посмотрим, короче. Вот, едва нашел в Тульской области деревню какую-то, где, которая хорошо отснята. В основном отсняты у нас города, конечно. Города, конечно, отсняты круто. А вот деревни, где кто-то проехался там по... Не только по шоссе машина гугузская пронеслась, а именно проехались, короче, по всем улицам деревни этой. Ну, по одной улице. Тут вообще одна улица, на самом деле. Там, короче, три деревни в одной. И тут вот одна улица, и съемка тут закончилась. Значит, чего? В самом конце... Вот мы были, который для нас начало. Это самый конец, на самом деле. Вот. Смотрите, гуси какие. Гуси какие шикарные. Шикарные. Ну, конечно... Ну, конечно, вот тут заброшенное пространство уже имеется там дальше. Была дорога, что-то там было, уже ничего нет, конечно. Но окраины деревень не всегда так заброшены. По окраинам деревню не судят. Деревню судят по ведрам, короче, на заборе. Да, конечно, с Румынией это контрастирует не слабо. Как вот, курятник здесь. Вообще, офигеть, короче. Офигеть. О! О, это вообще, это... Этот самый погреб, короче, это вообще суперский, смотрите. Суперский, даже из кирпича. А заходишь, все равно гнилью воняет. О, смотрите, сарай какой. О, весь покосился даже. Я не думаю, что это криво снято, я думаю, покосился сарай нафиг. Вот это странное здание какое-то, как будто бы дом развалился, одна крыша осталась. Это просто курятник такой, инновационный, очень старой крыши. Сделали, короче, курятник, и вообще классно. Так, смотрите, там какая постройка-то вообще, ой. Наверное, не, вы не думаете, что это жилой дом? Не, вот жилой дом, вот он, кирпичный, это какой-то свинарник какой-то, господи, коровник. Значит, коровы есть, эврегуют, о, сено. Да, коровы есть, господа. Ну, это 13-й год, сейчас уже, наверное, коров нету, ни хрена. Вот, в деревнях от них... отказываются, да, поселок городского типа, когда начинается, остается только куры остаются, да, вот. А корову ее содержать тяжело, ее надо это самое, ну, на луга отправлять, что-то там взнос платить теперь за нее. Вот, раньше такого не было, вот, но все равно отправляли, блин, ну, короче, жесть, да, это корова, это столько труда. И доить ее каждый раз 5 утра вставать, это даже... А деревенщина не хочет современная. Современная деревенщина хочет Триколор ТВ смотреть. Смотрите, да? Вот. Она даже кур не хочет современной деревенщины разводить. А вы хотите что это, короче. О, смотрите. Какой забор, о. Ну, какой. Забор, видите? Какой забор классный. Вот, только в России такое видишь. Ну, в странах Африки еще. Вот такой забор видишь. На чья-то бывшая территория отгорожена, чей-то бывший огород. Ну, тут вокруг бывшее поле, бывший огород. Это само собой, господа. Так, дорога даже, дорога, смотрите, этими. Блин, вот этими, короче, камушками насыпано. Чтоб грязно не было. Да это нормально, это еще хорошие попали в хорошую деревню. На окраину хорошей деревни попали. Ну, смотрите. Смотрите, какой гараж классный. Там есть интересный дом с той стороны. Это просто гараж на огороде. Вот еще один гараж. Вот еще, смотрите. Ну, тут чисто. Гараж приделали под склад чисто. Там заходят, всякую херню тоже хранят. О, смотрите, какой домишко-то. Смотрите, о, окна пластиковые. И это 13-й год, это вообще. А вот классический. А, классический ВСЖ-шный забор, да. Да, в Румынии такого точно не увидишь, классического ВСЖ-шного забора. Ну, не фиг с ней, с этой Румынией, в общем-то, да? Вот, вообще. Ни от кого он не защищает, короче, он сам еще гремит. Гремит, как бешеный, постоянно развалится, намеревается этот забор. Вот. А если через него полезешь, он просто промнется, как банка, короче. Можно взять его руками вот так, и все, и развалился, короче, забор нахрен. Вот. Вот, так что это чисто декоративный такой заборчик. Во, вот тут нормальный забор, во, во. Во, современный огород. Кто-то
Выращивать даже чего-то. Октябрь. Октябрь. А, тут картошка была. Картошку собрали здесь. Так. Здесь что-то просто что-то такое. Может, не сажают столько. Потому что что-то вообще ничего нет на этой стороне. Ну, наверное, бабка померла старая, да? Вот. А родственники только чуть-чуть их хватает, их силы. Только чуть-чуть картошки-то хватает засадить. Ну, я предпонимаю, уже в деревне делать нехер. Только корёчиться целыми днями. Короче, на жаре. Вот, колорадских жуков собирать. Вот, знаем такое, знаем такие приколы. Не хотим. Не хотим такие приколы. Идем в магнит, покупаем там картошку. Вот, нахер это там, корячится, что-то там. Каждый день выходишь, короче, каждые 2 дня колорадских жуков собираешь. Ой, короче, полдня пролетело, все ожоги на руках там, не знаю. На шее, шея красная, жесть, короче. Вот, не хочу, больше не хочу. Ладно, был голодный год, 97-й. Вот, приходилось в нем в этом голодном году где-то нелегальный огород у реки делать, короче. Вот, ездить туда на электричке с зайцем, да? Вот. Нелегальный огород делать, поскольку удачного огорода не хватало ни хрена, картошки ни хрена нет, ничего не купить. И вообще, пиздец, короче. 97-й год, кто пережил, тот молодец, короче. 97-й, 98-й. До 2000-го наш огородик, я, кстати, говорил, до 2000-го дожил, но который нелегальный, который у реки, да, для расширения типа территории. Вот, смотрите, вот там корова. Или собака. Ну, похоже, корова. Вот, да, там. Еще раз посмотрим с другой стороны. 13-й год, к сожалению, у нас на видео, на это самое, да. Да, две коровки. Одна совсем небольшая, другая побольше коровка. Вот. 97-й год, короче, это нечто, да? Ни хера не, о, смотрите, какая-то цистерна, да? Это вообще... Давно такое не видел, давно. Вообще, нам таки цистерн уже нету, уже на металломах разобрали. Но в деревнях все может быть. Я вот начинал какую-то деревню записывать, а там вообще трактор, короче, ехал. Вот, но я с дикцией не собрался в 5 утра, не проснулся ни хрена. Ну, вот. Ну, ну, деревня, деревня, смотрите, да, кто-то вкладывается. Вкладываются кирпичные, там, не знаю, но это сарай кирпичный даже строят, охренеть. Вот, вкладываются сюда люди. Асфальт здесь есть. Это Тульская область, это на самом деле недалеко от Москвы, но как бы уже вот... И Брянск это недалеко от Москвы, а Брянск там пожестче, конечно, деревни. Ну, давайте посмотрим сейчас другую область, короче, переметнемся. Потому что тут пошел уже такой вот. Вот такой вот. Видите, трактора, все, все есть. Никто ничего, вот смотрите, да? Народ, кто похитрее, они всегда подрабатывают, да? В деревне в этой, да, что-то у них трактора, у кого есть, тут вообще супер, короче. Вот, а тут может все что угодно, короче, делать, да. И дом нормальный, и вот несколько участков он выкупил. Вот, и несколько домов, короче, и все. Короче, объединил, потому что у него трактора, он там может, он бизнесмен местный. Местный бизнесмен здесь живет, вот. Вот, пойди плохо, да? Это что там в Румынии, мы не можем особо понять, что там где. Вот шикарный забор. Дом, блин, столетний дом, короче. 40-х годов. Забор шикарный. Не знаю, из чего он, может вообще из пластика? С чего? Его знает. Но выглядит очень, конечно, по-инновационному. На 13-й год. Так тем более. И ой, и все, деревня. Вот и вся деревня, в общем-то, да? В общем, все копаются, короче, все сажают картошку. Чисто по инерции, наверное. Потому что на ней ни хрена не заработать. Ее хрен продашь, а вот там, смотрите, да? И это провода, провода, и там на отшибе. Короче, один дом стоит. О, два даже, два. Не заметил. Вот это уже более такая хардкорная деревня. Туда не проехать ни хрена. Машина тут не пройдет. А, вот так вот она. А, это река вообще. А с другой стороны круто там сидеть, смотрите. Река рядом. Она, ну, вот так вот огибает все это. И там два дома только поместилось, которых не затапливает. Потому что вот это все, скорее всего, затапливает нахрен. Вот фиг его знает, вот этот канал, он ее затапливает каждую весну. Ну, я представляю. Я представляю, потому что иначе тут бы все было застроено, если не затапливало. Вот, или что-то тут делалось, не знаю.
Затапливаю, господа, да. Дальше ничего. Виды живописные, смотрите, какие вообще. О, красота, красота. Ладно, сейчас перейдем в Брянскую область. Сейчас я что-нибудь там найду. А то это деревня, не совсем деревня. Мне ничего-то не нравится. Одна красота тут сплошная. А вот Брянскую область ты всегда узнаешь. В ней дома расположены в разнобойку. Какие-то дороги обшарпанные, короче. Какие-то проезды через поля, объезды. Вот, жесть, короче. И хорошо, что дорога есть вообще. И вот остатки высокоразвитой цивилизации. Что-то тут, что-то было здесь. Вот, Брянскую область ни с чем не спутаешь, Орловская. Крутанёшься, короче, вокруг, да? Брянской области в любом месте, да? И какие-то развалины, что-то осталось, где-то что-то там еще теплится иногда, там, не знаю, рынок какой-нибудь стоит. Рынок, короче, сельский. Там, короче, из 20 этих самых рядов осталось там 3 палатки. Вот, смотрите, да? Что-то тут еще что-то тут делалось, что-то тут было, засрано все как всегда. Ну, что вы хотели, да? Вот. Коровник сохранен, законсервирован, смотрите, не разграблен ни хрена, закрыт. Ну, не используется ни хрена, ну и ладно. Законсервирован зато, короче. Не разрушен, это тоже редкость. Кому-то это, значит, все-таки нужно. Так, вот там село Высокое написано. О, мотоциклист едет, о. Там впереди. Не видно ни хрена. Вон он едет, вон он. Байкеры. Короче, газует по ночам. Все охреневают от него. Наверное, всю деревню терроризирует, да? То, что Вегабонд... А, он сюда поехал. То, что Вегабонд не сможет в деревне дом купить, потому что будут постоянно мотоциклисты пушить. Это же вообще, да? А им похрену, они вообще гоняют. Похрену, короче. На дедовских этих мотоциклах, которым 40 лет. Это вообще нечто, господа. Да, вот это, дедовские мотоциклы. Коровы есть, охренеть, до сих пор. Но это 13-й год, может же и нет. Вот это село Высокое, смотрите. Вот Брянская область, она победнее. Тут, конечно, картошку все засеивают каждый год на полный огород. Вот. Вот это я представляю вполне себе. Потому что денег ни хрена нету. Вы держитесь. Так, сейчас мы еще куда-нибудь перекинемся в Брянской области и еще глянем. Потому что эта деревня, она вот закончилась. Вот это все, это и деревня. Здесь 10 домов. И все друг друга знают, и что чем занимается, кто когда где бухает, что почему. Кто спился, кто помер, кто когда. И Марию Ивановну хоронили, блин. И все знают, короче. Вот это неприятно, конечно, в деревнях в этих. Обсуждают, блин. Такая хрень, а? Такая хрень. Ладно, сейчас ищем еще. А вот, господа, деревня цивильная. Знаете, почему цивильные? Потому что в ней, на другой стороне, есть производство, какой-то завод. И поэтому тут, видите, и мост через какую-то реку зафигачен. Вот, и покрытие дорожное нормальное, хотя и коровами засрано, вот прям жутко. Вот, живности там полно до хрена. Короче, тут есть завод, поэтому это не пропащая деревня, ни хрена, это богатая деревня. Вон торчит там водонапорная башня, еще что-то там. Тут вот улица. Улица, короче, главное. Ответвление, вот туда две дороги идут. И все, в общем-то, вот что у них растет. Ой, цветочки. Не ленится, цветочки высаживают. Но чисто понты. Высадить цветы, вырастить их. Нахера это надо вообще? Я вот не понимаю. Ладно, еще картошка корячится, блин. А вот цветы. Это значит, постоянные жители тут есть все-таки. Потому что кто не постоянный житель, тот не будет высаживать ни хрена. Вот, смотрите, видите. Дорога к останкам тоже цивилизации. Вот видите, Брянская область, она все-таки такая. Раз дорога кончилась, катище бегает. Вот, и там куда-то выходила дорога, там остатки цивилизации были. Вот, бывшие, короче, видите, там. Съезды вот были когда-то туда. Что-то там было такое. Вот, ну, нормально здесь. Вот улица цивильная, вот видите, да? Конечно, вот многие сказали плиты, лужи. А как иначе, без плит ты сможешь улицу, короче, не ремонтировать до хрена времени. Короче, плиты положил, они там 40 лет, если их тракторами не долбать, не скоблить регулярно. Короче, 40 лет они лежат, эти плиты. Это самое выгодное, короче, вложение. Один раз положил практически на всю жизнь. О, коньяка, коньяка. Вообще, ну вообще.
Животноводство процветает. А это что такое? Это построечка странная, смотрите. Дом, не, короче, какая-то хрень, ни окон, ни дверей, ни входа. Что это такое? Что это такое? Сено, что ли, там лежит? Наверное, да, вон, видите, торчит. Короче, из того, чего собрали, сено запасли, короче. Сток сена, короче, закрыли и все. Шифером закрыли, охренеть. Да, господа. Так, давайте до предприятия дойдем. Новозаречная, давайте посмотрим. Новозаречная, которая уже старозаречная. Вот каждой деревне еще в российской, да? Так ведь хламстый какой-нибудь прицеп разваленный. Он до сюда доехал, тут встал и стоит годами просто, и ничего. Вот, и это потом ржавеет, потом колеса от него отваливаются, короче. Но это ничего удивительного, это вы сможете в каждой деревне увидать. Вот. В российской, по крайней мере, песок где-то лежит, но это в каждом, даже дачном, этом самом кооперативе, как он называется, да, СНТ, короче, тоже вот песок будет лежать, еще что-то. Вот, короче, нормально, нормально. Да, где завод? Давайте посмотрим, завод где-то есть здесь. Я вот видал где-то завод вот здесь вот. Где-то завод вот тут есть где-то. Промотал. Так, где-то вот здесь он. Вот здесь он где-то. Что-то такое было, короче, завод какой-то. Какой-то завод тут есть. Так, промотал, что ли? Не туда крикнул, что ли? Не туда крикнул, наверное. Ну где-то. А, во! Во, короче, что тут есть. Тут движуха какая-то происходит. Вот, видите, да? Там водонапорка и все, короче. Коровники, возможно, какие-то, не знаю, хрен его знает, свинарники. Вот, короче, движуха какая-то происходит. Деревня не провалим. Давайте напоследок еще, кстати, зайдем в Орловскую область, там тоже. Вот, Брянская, наверное, это короли трэша, а Орловская это, короче, такой среднячок. Есть небольшая проблема в том, что Орловская область отснята кое-как, короче. Вот тут чуть-чуть только, чуть-чуть отснято, да? Вот это более по-деревенски выглядит, короче, вот. Вот, типовая деревня, да, это когда дороги нету, ни хрена, даже гравием не насыпано, ничего не прит, ничего. Просто, короче, дорога такая, да, по которой там, не знаю, у одного-двух человек деревни машины есть, они вот ездят тут только, да. И для них никто не будет стараться делать что-то там еще, вот, смотрите, вот. Вот, типичная панорама, да, вот там речка опять, или пруд какой-то, вроде речка, хрен его знает. Вот, смотрите, вот опять, как я говорил, где-то есть что-то, где-то зафигачилось, да, что-то где-то колесо проткнули, да, там будет вечно стоять и гнить. Не ценит, потому что технику нифига, да. Вот, короче. И никому нужна она не будет, в общем-то, да. Смотрите, не ух ты. Что-то инновационное, наверное, какой-то магазин там с той стороны. К сожалению, с той стороны мы не можем посмотреть. Гугловская машина, только край этой деревни. Вот это заехала сюда, посмотрел на это все гугловская машина, да и умотал нахрен. Вот, короче. Давайте сюда. Да, с такими дорогами жить нельзя, даже на велике. Если бы я на велике ехал, я бы, наверное, вот по обочине бы ехал, потому что по вот это не дорога, это полная хрень какая-то, короче, да, опять смотрите, о, красавицы какие, о, обычно вот деревни все вот курицы вот такой вот расцветки, это вот, а других это редко бывает, блин. Вот, просто у одной соседки, вот, это какая-то вот такая порода, короче, и они все такие становятся тогда, вот. Короче, вот. Ну, что-то не то сказал, ладно. Вот, смотрите, да, вот, видите, да, видите, да, вот прицеп какой, видите. Начал это возить, тот прицеп, короче, сдох, да. Вот возим, короче, на таком, да. Может даже к корове цеплять, если очень захочется, если коня нету. Может такой прицеп к корове цеплять, да, блин. Вот. Короче, кирпичей этих самых натащили, пеноблоков откуда-то. Уже от какой-то заброшенной постройки, но вдруг пригодится еще. Вдруг пригодится, блин. Никогда не пригодится, будет вечно тут лежать. Так, что тут у нас такое происходит? Что-то там. А, это курица так просто. Я думаю, что-то там сушится, да? Крыша провалилась в бедном сарайке. Это бывает. Смотрите, какая-то мотня какая-то накрученная. Ну, короче, такой дом, где все собирают, да? Есть такие хозяева, они ничего не выкидывают. Все собирают, да? В гараж. Тачка, значит, умотали куда-то, да? Вот смотрите, о. О, видите, да? Что это такое вообще? Что это вообще? Дом такой? Ни хрена это не дом, это какой-то.
Коровник, еще хреновый коровник. Хреновый какой-то коровник, ну нафиг, да? Вот, дестрой. Я хотел сказать, что это... Этот гараж просто рухнул, просто нахрен, и все. Развалился. Ну еще что-то там такое, блин. Землянка вообще. Еще землянка какая-то, блин. Это для хранения, это картошки, блин. Ладите, там эта хрень есть? О, блин, вообще. Ну вообще, вот это деревня. Вот деревня-то к деревне. Вот она даже как-то раскинута, как-то не так, короче. Кто-то палец собирает, охренеть. Тащил откуда-то палец с работы. Зачем тебе столько палец? Что ты с ними делать? Будешь дом строить? Ну, блин. Ну, эти люди все тащат, короче. Это от бедности. Вот опять, смотрите, опять. Еще я развернул какую-то телегу, опять колесо, колеса какие-то валяются. Ну, колеса отдельно, телега какая-то отдельно, блин. Прицеп какой-то отдельно, блин. Всегда так вот. В деревнях у них всегда так. Как Google сюда заехал, блин, вообще. И не боятся, что ничего. Ну, блин, вот это деревня. Вот деревня так деревня. Не, все-таки, значит, наоборот. Это, значит, Орловская область, короли трэша, да? Короли трэша, да? Короли самодеятельности, да? Еще только не сделали, короче. Блин, короче. Ну, костер бы тоней. А, листву вообще жгут, да? Офигеть. Ну, блин. О, остановка есть. Давайте до остановки дойдем. О, остановка, как будто бы она, блин, бомбардировки пережила. А от Орловской области тут ничего не было. Ни хрена, смотрите, да? Угу. Значит, тут еще и автобусы ходят. Охренеть. Представляете, сюда, значит, автобус какой-то приходит. Офигеть, да? Это прям неожиданно. Тут деревня, тут буквально три дома, и какой-то автобус до сюда ходит. Ой, офигеть. Офигеть. Судя по всему, потому как тут все вокруг засрано. И бутылками всякими. Действительно, ждут люди, сидят здесь. По до хрена часов, короче, пока он сюда придет. Он, видите, раз в день приезжает, судя по следам, этот автобус. Или, может быть, утром и вечером автобус приезжает сюда, и все. И уматывает с этого ужаса, блин. Ой. Ну, я представляю, по таким дорогам на автобусе, да? Вот, представьте, по таким дорогам. Вот, несколько лет назад, еще лет, по-моему, 12, когда я последний раз в деревне-то ездил в эти, блин. Короче, по таким дорогам едет Икарус с гармошкой и фигачится, да, плетется, короче, 3 км в час. Плетется, фигачится, короче, весь трясется, скрипит. Страшно, как будто он сейчас развалится, блин. Гармошка-то у него вообще уже развалилась, да, там дырка чистая, да. А он плетется, все равно едет, охренеть. Вот, и неуважение чисто к технике, да. Так, такие дела, да, вон, может, автобус, не? Хрен его знает, микроавтобус какой-то, но это, наверное, не сюда автобус тащу-то. Ладно, сейчас еще одну деревню давай посмотрим, а то что-то понравилось мне деревня, смотри. Итак, деревня Козлы, Козлы, Орловская область. Хорошая деревня, нормальная. Нормальная деревня, да, это смотрите. Дом, правда, опять развалился. Я думаю, что границ нет, забора нет. Развалился, потому что, нахрен, да, крыша захреначилась туда, никто там не живет. Вот. Вот. Но при том, смотрите, видите, вот, черепица новая, но никто не живет, охренеть. Остановка, смотрите. Даже асфальтировано. Что-то здесь асфальтировано, да. Автобусная, вот указано, что это автобусная остановка. Ее здесь поставили, действительно, да, знак перехода есть, под переход куда? В никуда просто можно в лес перейти, да, и умотать. Охренеть, но это чисто по-деревенски, никто по нему не переходит, все мимо переходят. Не могли вот здесь, что ли, нарисовать, вот где переходит, действительно. Ой, блин. Ну, одни рисуют, а другие, короче. Что там, указатель 20, не понимаю. Не понимаю указатели. Так, смотрите, да, опять, опять. Не, ну, забираю свои слова, действительно, да. Орловская область, короли трэша, это вот богатая деревня, богатая. В ней свое тоже там предприятие есть, вот здесь. Вот, смотрите, вот она. Какое-то предприятие огромное, что-то делается, смотрите, да, это не бедная деревня. Вот в Брянской области это получше было, да, короче, не бедная деревня, да. А тут вот вообще, да, фура проезжает, что-то делают здесь, смотрите, да. Охренеть. Конечно, я бы не сказал, что богатая, да, но производство есть, значит, богатые деревни, нормальные. Нормальные деревни, богатые. Вот. Вот, смотрите, да.
Частные фуры, у чувака фур просто есть, охренеть. Ну, ничего удивительного, да? Вот закрытая территория, смотри, производство, там что-то, там манипулятор даже есть, что-то делают, блин, хрен знает что, но что-то делают, блин, ну, видите, да? Вот, богатые люди здесь, богатые, вот, видите, да, беднота, два дома бедноты, короче, да, нищебродство, да? Потом два дома богатых, вот это, наверное, директор завода здесь. Или это сам директор магазина живет. Вот, тут директор завода, а тут директор магазина, короче, живет. Вот смотрите, вообще, да? Два дома бедноты, ну, три дома бедноты, короче. Два дома богатых, короче, предприятие. Одно предприятие, да? Вот. И три дома рабочих, короче, вся деревня. А больше ничего нет. Ну, нормально. Нормально. Выживает как мог. Давайте еще одну. Чем мне? Еще хочу. Еще хочу. Интересно, блин. Интересно. Так. Так, какую-нибудь надо маленькую, совсем маленькую найти какую-нибудь, да? Вот угол отснят. Угол отснят, нет, да? Угол. Вот есть длинный. Да, длинный посмотрим, длинный. Длинный посмотрим, но не по центру, а по краю посмотрим, короче, длинный такой деревня, ух ты. Вот ты никогда не догадаешь, что будет лежать в деревне, короче, и где. Вот. И зачем оно будет лежать, никогда не догадаешься, что лежит, потому что на окраине дороги, как правило, в деревнях лежит все, все лежит. Вот смотрите, да, вот. Что оно все замыливает-то? Что оно все замыливает, блин? Так. Ну, на окраине, смотрите, и цивильно. Кладбище. Кладбище сразу. Что, не кладбище, не? Уже думал, что кладбище, не. Пасека. Пасека, о, видите. Нормально. Нормально. О, опять все лежит. Опять все лежит. У себя положить нельзя, место занимает. Надо положить у дороги. У дороги, поэтому в деревню так смотришь, всякая хрень лежит, короче. Вокруг и всегда на любой улице, где еще живут, да? А где не лежит, если ничего, значит, другие своруют, положат в себе. Смотрите. Но эта деревня тоже богатая. Я не понимаю, от чего она богатая. Вот. Стало с какого-то времени модно, кстати, дома обычные, короче. Фигачить там пеноблоками. Пеноблоками фигачить, и потом делать теплый толчок, короче, да, люди без толчка, короче, с уличным толчком жили, да, короче, всю жизнь, а потом раз, короче, пристройку делают, и толчок, короче, настоящий, короче, унитаз ставят, и говорят, мы как в Москве, а раньше было по-другому, раньше ванну, короче, на костре нагревают, да, ванну, это самое, фигачит, короче, воду тащат в нее, да, охренеть, там, полдня воду таскают, в ванну, короче, и нафигачивают ее, эту воду, да? Вот, и костер под ванной разводит, и говорит, мы купаемся, как в Москве купаемся, да, и круто, и сидят, не уванивают, и греются там, и курят на какой-то ванне, да, короче, кайфуют, по деревенский кайф, вот смотрите, да, домик сгорел, ладно, бывает тоже, всякое бывает, все может быть. Все горит, потому что тут трава такая. Тут что-то подожжет в поле, все сгорит, вся деревня. И не одна, а целых три. Ну, это само собой стандарт, короче. Тут, похоже, даже магазин был. Вот этот магазин, похоже, был. Сгорел нахрен. Ну, понятно, тот что-то вот там поджег, и все, и заполыхало, короче, вообще. Опасности, господа, опасности. Вот, поэтому тут много таких новых домов, и все и пеноблоками обложили. Уж все оказывается. Такая тут ситуация, такая тут травища, что тут все просто горит. Вот, я поэтому понимаю, почему тут все. Все новое, потому что все сгорело, а они опять отстроили, короче, нафиг. Вот, такие вот дела. Вот опять всякие, смотрите, видите? Че тут только нет, да? Че тут только нет, че тут не лежит. Ну, это стан. О, смотрите, Лошакюрель какой-то. Лошакрюэль написано, короче, ничего не понятно. Что такое? Что такое? Почему? Почему? Что? Зачем? Зачем? Елочки высаживают.
Блин, опять пожарище будет, опять все сгорит. Чего высаживаете? Так, еще давайте посмотрим. Вот это вот до сюда дойдем, все, хватит деревень этих. Надоели деревни. Ну, а то охрипнуть может от них. Смотрите, опять. Опять, короче. Крутые. У крутых деревни всегда кирпичный дом. Это правило просто. Это хорошего тона. Короче, есть чувак крутой, у него хороший дом, кирпичный. Если у него своя машина есть. Если нет, то будет деревянным уже до конца жизни. Вот. А если какой-нибудь директор магазина, обязательно двухэтажный дом, двухэтажный. Ну и что ж он сделан из одноэтажного, короче, просто настройка чердака, короче, изменением, короче, крыши, да? Это не важно, ваш двухэтажный, значит, крутой вообще, да? Вообще крутой, да? Ладно, сейчас мы еще глянем что-нибудь последний, самый последний, где-то, где Google даже не ездил. Давайте глянем. Какую-нибудь такую деревню, где не ездил даже Google. Деревня Гнилуша. Вот, глянем. Двое, две панорамы всего. Не жалко. О, смотрите. Видите, да? Плитами кидаешь, короче, и хрен они когда развалится, блин, эти плиты. Уж там тоже, смотрите, что-то там такое есть. Что-то там такое есть тоже. Что-то там производство какое-то есть. Тоже все сгорело, блин. Ну, хрен его знает. Что-то тут пожары очень популярны в этих деревнях. В Орловской области. Хрен его знает почему. Так, давайте сюда пройдемся. Так, вот зима, уже зима. Вот эта трава, вот причина. Почему пожары? Потому что трава такая дикая здесь. Охренительно дикая трава. Все, короче, одна травинка загорелась, все горит, блин. Вот. Ладно, я врегут, короче, тушите свет, короче, посмотрели на деревни. Деревни как деревни, не знаю. Да, до Румынии им, конечно, далеко. Если честно, а так нормально, нормально. Ну, Орловская, что я думал, что Брянская короли трэша, нет. Орловская область все-таки больше короли трэша. Брянская побогаче, удивительно. Неожиданный результат. Даже какой-то нелогичный.